Там Дудь и Киржаков. Александр Киржаков и Юрий Дудь – главные герои ток-шоу на Новом Арбате 21, где находится Hyundai Motor Studio. Эта встреча открыла серию ток-шоу со звездами мирового футбола. Именно здесь, до окончания первенства планеты, все желающие смогут увидеть уникальные экспонаты легенд мирового спорта. Среди них личные вещи Пеле, Марадоны, Яшина. Отсутствие экспонатов от лучшего бомбардира в истории российского футбола Александра Киржакова Голиадор прокомментировал с присущей ему скромностью. На свете столько достойных футболистов, которые и предоставили, еще предоставят свои экспонаты, я точно к ним не отношусь. Само шоу было посвящено не только предстоящему матчу Испания-Португалия, но и первенству мира в целом. Футбольные эксперты предположили, что победит сильнейший, а в ходе первенства мы увидим много интересных игр. С прогнозами участники ток-шоу не ошиблись. Португалия и Испания выдали настоящий футбольный шедевр с первым хет-триком первенства от Криштиану Роналду. Поднимет ли действующий чемпион Европы над своей головой Кубок мира, неизвестно. Зато сам кубок можно будет увидеть в галерее Hyundai 16, 23 и 27 июня.